Здравствуйте, меня зовут Даниэла Станчикас, мне 11 лет. Я живу в Финляндии, город Турку. Я участвую в молодежной организации «Альбатрос». Я рассказываю стихотворение Юли Друниной. Целовались, плакали и пели, шли в штыки, и прямо на бегу девочка в заштопанной шинели разбросала руки на снегу. «Мама! Мама!» Я дошла до цели, но в степи на Волжском берегу девочка в заштопанной шинели разбросала руки на снегу.